По требованию казахстанских властей провайдеры блокируют канал 16.12 в Ютубе. Вот почему у многих пользователей он перестал открываться. В Казахстане теперь не зайти на канал через протокол HTTP. Для входа нужен другой путь. Воспользовавшись протоколом HTTPS, можно посмотреть новости и узнать всю достоверную информацию о ситуации в Казахстане. Здесь за высоким забором и колючей проволокой сидят убийцы, маньяки и людоеды. Итак, чтобы подключиться к каналу 16.12, вы нажимаете на привычную ссылку и видите вот такой экран. Вам надо всего лишь в адресной строке к буквам HTTP добавить букву S, и вы уже подключены к каналу 16.12. Чтобы автоматически иметь доступ ко всем сайтам с протоколом HTTPS, надо просто установить дополнение к браузеру Firefox или Google Chrome. Если у вас Google Chrome, нажмите на ссылку, которую вы видите на экране. Затем «Установить и добавить». Если вы используете Firefox, нажмите на ссылку, которую вы видите на экране. Затем «Добавить Firefox», «Установить сейчас» и «Перезапустить». После чего буква S будет добавляться сама. К тому же установка этого расширения сделает ваш браузинг более безопасным. Подписывайтесь на канал 16.12, комментируйте сюжеты, делитесь интересными ссылками.